вот и покинул меня мой коллектив, потому что я все-таки еду купаться на голубое, большое голубое озеро, а они нет, потому что туда час ехать и назад, судя по всему, час, а ужин через полтора часа, так что еду променяли, на еду поменяли, господи, купание поменяли на еду, вот так вот. Ну, то, что мои друзья отказались со мной ехать, ну, наверное, это было правильное решение, потому что час с лишним, пробки, еще надо идти по вот такой вот дороге. То есть подъехать к самим озерам, может быть, как-то и можно, но надо знать, как это делать. Но таксист мой явно не знал. И сейчас мне говорит, что ехать 8... О, господи, там я пытаюсь закрыть. Что можно дойти за 8 минут пешком. Ну, посмотрим, как сейчас я это сделаю. Что просто ноги сломишь. Ничего не понятно, куда эти, чего искать. Просто хрен знает, куда деваться. Иду по навигатору, но чуть вообще ни на что не похоже. Фу, короче, я добрался, я не там свернул и ничего не понимаю. Ну хрен знает. Обратно вроде буду выходить по знакам уже. На самом деле очень круто, очень холодно, очень чисто. Вода голубейшая какая-то. О, очень здорово. А, еще хотел немножко рассказать про сам водоем. Есть сход хороший. Тут что-то немножко сверху нападало, но это ничего страшного. Есть переодевалка. И вот крезатер, надо как-то отсюда выходить. А как выходить, не знаю пока. Короче, я просто не туда пошел. Ой, приехал не туда. Когда поедете сюда, вбивайте улицу Речная 25А. И вас приведет очень близко, тут буквально за горочкой просто надо спуститься, к мостику, где можно купаться, к переодевалочке. Так что всем удачи, приезжайте красиво и приятно.